بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, сейчас уже наступил 25 марта 2020 года. По лунному календарю это первый день месяца Шаабан. Еще ровно месяц остался до месяца Рамадан. Касательно поста в месяц Шаабан, есть достоверные хадисы. Хадис муттафакун алейх, который приводится в своде хадисов имама Бухари и Муслима от Аиши радиаллаху анха: ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. То есть Аиша радиаллаху анха сказала, передает то, что я не видел, чтобы посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم полностью весь месяц постился, кроме как месяц Рамадан. Я не видела, чтобы большее количество дней он постился, кроме как месяц Шаабан. То есть полностью месяц Рамадан, а помимо Рамадана, большее количество дней он постился в месяц Шаабан. В месяц, в этот как раз месяц Шаабан. Поэтому сунна является первой половиной месяца поститься. Там, например, начиная с сегодняшнего дня, 5 дней, 10 дней, 15 дней, как по возможности, является сунной поститься. Вторая половина Шаабана является нежелательным поститься. Макрух, карахия. В хадисе, который приводит асхабу сунан и сахаху ибн Хиббан, приводится то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иза интасафа Шаабан, фаля тасуму». Если наступила вторая половина месяца Шаабана, то не поститесь. То есть нежелательно поститься, говорят ученые, вторую половину месяца Шаабана. Что касательно первой половины, то это сунна. Но если человек привык поститься постоянно там понедельник, четверг, то он также может и во вторую половину месяца Шаабана поститься и в понедельник, четверг с намерением, как именно как понедельник, четверг. Не как Шаабан, а как понедельник и четверг. Это хотел как такое маленькое сделать напоминание.